Главный аспект – текст, качество текста, да? Концентрация, есть она или нет, понимание смысла, да? Понимание смысла – третий критерий. Вот. Качество текста предполагает концентрацию, это второй критерий, качество текста. Второй. Первый текст – наличие элементов. Есть лишние элементы, отсутствуют элементы, поменяли элементы с одного на другой, как в данном случае 20 поменяли элементы, да? Это минус 0,2, минус 0,2. Но мы об этом будем говорить на следующей тренировке. Вот. Еще есть самый важный критерий для нас, как для приверженцев Будо. Ката – это не только стилевое лицо, лицо школы, это традиционный символ Будо, карате. То есть боевая техника, которая на соревнованиях практически 90% не используется. Удары по глазам, по паку и так далее, и так далее. Соревнования запрещены. Соревнования ограниченный арсенал техники, на нем ведется бой. А я вам начинаю с того, что долбали куда угодно, хорошо, нос сломали, локоть и так далее, а потом от этого кому-то разбили яички, чуть на тот свет не отправили. Понимаете? Потом от этого отказались в спорте. Но в самозащите это все остается. Ката – это арсенал, который в обобщенной форме содержит множество конкретных возможностей. Поэтому мы говорим о знании трактовки. Так вот, вот это состояние боевого настроя – это аспект высшее, к которому мы стремимся. Реализация энергетики своей ритуализма в том смысле и так далее. Это четвертый критерий. Но это он выигрывает только в тех случаях, когда все остальное понятно. Когда он со звериным оскалом бьет там во всю дурь, видно, что концентрация, настрой есть, в состоянии этого транса находится. А стоек нет, ничего нет, техники перепутаны, все это тоже плохо. Понятно, да?